Звезда «Крепкого орешка» и еще десятков боевиков Брюс Уиллис заканчивает свою актерскую карьеру. Причиной стал неутешительный диагноз. У голливудской звезды выявили афазию. Это заболевание, которое сильно нарушает когнитивные способности человека. В общем, афазия влияет на речь. Если вы работаете в профессии, где нужно говорить, то будут проблемы. Что касается Брюса Уиллиса, то, конечно, с ним поговорить я не могу, поэтому конкретно его ситуации не знаю. Невролог Марио Мендес объясняет, какие трудности могут ожидать людей, больных афазией. Есть два основных типа. В одном случае человек не понимает речь, во втором теряет способность говорить. Этим утром у меня был пациент, у него сильная афазия. Я попросил его закрыть глаза. Он посмотрел на меня в недоумении. Он не понимал, что я говорю. Я попросил его открыть рот. Он не мог этого сделать. Он не понимал простых предложений. Но при другом типе афазии пациенты по большей части все понимают, но не могут вам ответить. Афазию могут вызвать инсульт, опухоль головного мозга, травма головы или неврологическая дегенерация. Болезнь невозможно вылечить, но улучшить состояние пациента все же можно. Есть некоторые протестированные лекарства. Также помогает хорошая логопедия. Она адаптирована к определенному типу афазии. 67-летний Уиллис начал звездную карьеру в 80-х с сериала «Детективное агентство «Лунный свет». За 40 лет работы на голливудской фабрике снялся примерно в 100 фильмах. Может похвастаться одним «Золотым глобусом» и двумя «Эмми». А вот «Оскар» так и не получил. Фильмы с участием Уиллиса собрали в общей сложности 2,5 миллиарда долларов. В 2006 году он получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.